точно и с треском. Во дворе дома «Астраханская, 17» прошел чемпионат Европы по арбузному многоборью. Наш соотечественник, лидер мирового рейтинга Юрий Коркин, вновь доказал своим соперникам право называться первым. И здесь не обошлось без скандала. Финал изначально планировали провести на стадионе «Металлург», но вместо арбузной феерии 17 июля в 17:00 зрителей будут почивать футболом, а «Крон Тольятти» принимают «Алгарь Астрахань». Ну что ж, давайте сходим и посмотрим, будет ли это настолько сочно, как выступление Юрия. И напоследок, берегите арбузы, смотрите футбол.